Сразу несколько улиц в Новочебоксарске утопают в мусоре. Жители города Спутника бьют тревогу. Контейнеры переполнены, они вынуждены оставлять мусор рядом. Неприглядную картину новочебоксарцы снимают и выкладывают в Инстаграм. Почему мусор не вывозится несколько дней, попытались узнать мои коллеги. Жаркая погода делает свое дело. Неприятный запах от переполненных контейнеров распространяется по нескольким улицам. В нашу редакцию обратились жители улиц Парковая, Комсомольская, Коммунистическая, а также бульвара Гидростроителей. Вот что нам сказали по этому поводу в администрации Новочебоксарска. Ситуация возникла в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых муниципальным унитарным предприятием, управляющей компанией в жилищно-коммунальном хозяйстве города Новочебоксарска. Это обусловлено тем, что МУП УК в ЖКХ имеет задолженность перед организацией, которая осуществляет вывоз твердых коммунальных отходов. Поскольку плата не увеличена, а мы знаем, что тариф на вывоз твердых коммунальных отходов у нас увеличился. Поэтому у предприятия получился кассовый разрыв. В настоящее время проблемы решается. Вопрос находится на контроле в администрации города Новочебоксарска. С завтрашнего дня начнется вывоз твердых бытовых отходов. Мы приносим извинения перед жителями города Новочебоксарска за доставленное неудобство.